Noi încurajăm lectura și încurajăm oamenii care se apucă de scris, pentru că nu este un lucru tocmai ușor. Următoarea noastră eroină este mama a 3 copii și în așteptarea unui nou membru în familia sa. Să știți că în această perioadă a început să scrie și poezii. Vrem să o cunoaștem cu toții pe Tatiana Jalbăneagu. Не брезгуйте домом родительским, пускай он старый, не богат, ведь только там вы тех увидите, кто искренне вам будет рад. Почаще в гости приходите без поводов, особых и причин, а уходя, родителям скажите, что любите их так, как Бог любил. Меня зовут Татьяна, фамилия у меня Жалбанягу, но по псевдониму я Татьяна Счастливая. И это мой внутренний мир, это то, как я себя чувствую с самого детства. И он ко мне очень подошел. Писать я начала в прошлом году, весной 2018 года. И уже вот этим летом, 2 июня, меня пригласили в Москву на вручение Пушкинской медали. Это было очень удивительно для меня, но приятно. Конечно же, за ней я полетела и вот забрала. Пишу о людях, о семье, о детях, о наших стариках. Вообще, в принципе, пишу о том, вот что вижу. Вот я иду, вижу ситуацию, и вот у меня как трафарет, моя душа переносит все на лист бумаги. Буквально вчера гуляла с ребенком, и был очень солнечный день, прямо вот солнце в глаза. И вот прямо вот пока гуляю, у меня полились строки, я тут же беру телефон, бегом набираю, потому что я знаю, если я сразу не запишу, стихотворение исчезнет сразу, и я его потом не вспомню. Первый начал мой сын учить мои стихотворения, причем самостоятельно, я его не просила. Он брал: «Мама, можно я выучу?» Первый сборник был такой маленький, но он брал, сам учил, в школе рассказывал и с удовольствием на утренниках даже, потому что у меня есть и праздничные стихи, и к Пасхе, и к Новому году. Ну, есть темы разные. Смотрю сегодня в небо я, бегут куда-то облака, еще быстрее летят года, подумал я про себя. Как много хочется успеть, как мало сделано порою, и смысл в том, что захотеть оставить пользу за собою.